Здравствуйте, сегодня будем переделывать штатив для камеры. Это покупной штатив. Он мало для чего годится, поэтому решено было его переделать. В комплекте с камерой шло вот такое вот крепление. Мы его будем использовать. Также у меня осталось от ремонта вот такая вот штука для того, чтобы вешать люстры. Еще нам потребуется дрель. Нормальный, полноценный штатив. Вот его мы сейчас и переделаем. Туалетная бумага и кошка нам не нужна. Вот здесь вот есть, получается, специальный такой выступ. Сейчас мы его рассверлим насквозь. Так, сверлили, да? Вот и все. Дело 5 минут. Не пойму, хорошо получился или нет. Он же ниже, еще меньше не опускается, да? Версия 1.0 сделана. Всем спасибо за просмотр. Дальше будем улучшать. Сделаем регулировку высоты.